Метро Сиа, подводим итоги поединка. 2-1, победа банкиров. Артем Гаврилов, Андрей Струков у нас в студии. Андрей, давайте начнем с вас. Ну, я даже не знаю, что сказать, обидно. Хорошее начало, повели, забили первыми, удаление у соперника, масса моментов, в итоге проигрываете. Что скажете? Да я пока сам не осознал, что происходит. Вроде контролируем игру. Выходим, можно сказать, 2-1. И такие шансы, момент упускаем, потом пропускаем гол. Не забиваешь ты, забивает тебе. Очень обидное поражение. Поздравляю за волевую победу соперника. Они молодцы. До конца сражались, боролись, начинали вообще с полевым в воротах. Как бы. Я не знаю, что-то нас надломило. Мы сегодня настраивались и дать за обидное поражение 5-0 первого круга. Хотели выиграть. И вот эти 3 очка, которые... Ну, как бы я считаю, что, конечно, мы упустили. Вот, и как бы они могут дорогого стоить нам вообще в этой таблице и в гонке, как бы за там, не знаю, середину. Парни все расстроены, конечно, там пашешь весь матч, и как бы ты пробегаешь пол поля, дабы тебе отдать передачу, чтобы получить, точнее, на пустые ворота тебя не уводят. Ну, как там, не знаю, надо посмотреть, что-то с коллективом у нас происходит. Вот пока вот такой комментарий. Андрей Петрович, не погорячились, сказав по поводу середины? Вот по очкам Сяпас догнал, тут сейчас по таблице борьба за выживание, так по 19 очков. Я про это и говорю, что вот эти 3 очка нам дорогого могут стоить за борьбу в середине. Поэтому я говорю, сейчас на дно уйдем, и как бы там уже до свидания Суперлига и здравствуй Премьер-лига. Ну, как бы мы готовы к любому стечению обстоятельств. Это наш футбол, это наша игра. Мы сами творим здесь историю, наш футбол. Ну, не знаю, что-то может быть на тренерском мостике надо что-то поменять. Вот, может быть, уже пора заканчивать короткую футбольную карьеру мою. Вот, и как бы дать молодым ребятам поруководить. Не знаю, посмотрим, разберемся. Тём, ну, поздравляю с победой. Что ты можешь сказать по итогам этого матча? Во-первых, спасибо сопернику за игру. Во-вторых, да повезло, честно, вот я скажу по игре, повезло. На самое начало не пошло, вратаря нет. И как-то и по воротам не попадали. Первые 15 минут, я считаю, что были за нами, но в створ мяч вообще не шел. Потом соперник забил, у нас красная, полетели. Но вот, как правильно отметили, да, не забываешь ты, забивают тебе. Ничего могу больше добавить. Слушай, ну а что, может быть, там какие-то слова, ключики подобрал Дмитрий Селиванов? Может, он такой что-то сказал, что команда, ну, где-то во втором тайме точно преобразилась? Мы сами себе слова подбираем, потому что если бы мы эту игру отпустили, то там пиши пропало, я думаю. Слава богу, что выиграли. Кого сегодня можешь отметить в составе своей команды? Отмечу Сашу Киселеву, который на ноль сыграл на воротах. Больше пока что никого. Андрей, достаточно плотный график у команды, да, с учетом того, что не только 8-8 играете, сейчас еще все на 7 заявились. Не стоит забывать, что у вас еще совсем скоро финал, Кубка Але против Артика. Хватит ли сил? С учетом того, что сегодня достаточно много потерь у команды, я уже в репортаже там про всех сказал. Ну, пол команды молодых, сил-то хватит, эмоций не хватает уже ездить туда-сюда. И сейчас вообще в будущие выходные накладки произойдут. Там в ПФК с субботы на воскресенье перенесли. И здесь мы в воскресенье тоже как бы остаемся играть, и я вообще не понимаю, что делать. Потом в субботу у нас там игра, здесь кубок, ну, без понятия, ну, как по ситуации ближе. Да, сейчас эмоции спадут, мы немножко передохнем, кто-то там выпьет крепкого, кто-то пенного, кто-то баню может сходит, душ примет, там, не знаю, ну, с любимой женщиной переспит. Вот, и эмоции как бы другие получат за этот вечер, и дальше мы будем уже как бы планировать и думать, и решать эти проблемы. Вопрос тебе по поводу красной, что там видел, что тебе показалось, справедливо, нет? Никто ничего не видел, не знаю, сказали, отмашка была, судьи сказали, отмашка была, ну, ради бога, это их решение. Там ногой, как бы, там, конечно, борьба такая, немножко потолкались они, но вот ваш игрок, номер, не помню, вот ногой дал куда-то, вот, 7-й номер в районе паха, что ли, как-то вот. Ну, была именно отмашка ногой. Я не знаю, я не думаю, что он как бы это специально намеренно сделал, а может как-то толкнули, он как-то, я его не злопамятный у нас игрок, и как бы, ну, не считаю, что это прям красная прямая. Ну, странная ситуация была. Ладно, не буду больше задерживать. Спасибо большое. Андрей Струков, Артем Гаврилов были у нас в студии. Спасибо, до свидания.